Пенсионерка из Слободы избила свою же односельчанку за то, что та вовремя не смогла ей вернуть долг. Некоторое время назад потерпевшая попросила у нее продукты питания на сумму около миллиона. Подозреваемая пришла за деньгами. Не получив их, стала в прямом смысле выбивать долг. Вначале руками и ногами, после ударила головой об стол. Потерпевшая тоже пенсионерка в больницу не обращалась. Но с каждым днем ей становилось все хуже. Диагноз медиков – внутричерепная гематома. А это, согласно заключению судмедэкспертизы, тяжкие телесные повреждения. Это было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 147 Уголовного кодекса Республики Беларусь причинение тяжких телесных повреждений в отношении жительницы деревни Слобода Мозырского района 1955 года рождения, которая 20 апреля 2015 года прибыла к своей односельчанке с целью возврата ей долга. Однако, поскольку последняя не смогла вернуть данный долг, нанесла ей множество телесных повреждений. Кстати, данную ситуацию следователи восприняли как своего рода уголовное дежавю. Несколько лет назад эта же подозреваемая избила эту же жертву из-за точно такого мотива. Тогда женщина была приговорена к ограничению свободы. Виктория Синицкая, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».